Здравствуйте, мои дорогие! Я приветствую вас на небольшом нашем занятии, посвященном практике любви. Вы скажете, можно ли практиковать любовь? Можно ли добавить в свою жизнь ощущение любви, если сейчас ее нет? Возможно, у некоторых из вас есть ощущение, что вас не понимают, что иногда вам не удается легко достигать своих целей. Есть какая-то тяжесть. Постоянно приходится бороться. Постоянно кто-то вам мешает. Это и есть признаки отсутствия любви, достаточного количества любви в вашей жизни. И давайте прямо сегодня начнем делать первые шаги на пути к наполнению любовью. Слово «любовь» ассоциируется у нас с отношениями, прежде всего с нашими мужчинами, с нашей семьей. Но слово «любовь» может означать для вас нечто иное. Ваше повседневное состояние. Конечно, в жизни бывают разные неприятные ситуации, но представьте, если любые ситуации вы будете встречать с чувством любви внутри, смогут ли они повлиять на вашу жизнь? Смогут ли они вывести вас из равновесия? Очень вряд ли. И давайте прямо сейчас сделаем небольшое упражнение, которое может стать для вас путеводной звездой и тем каждодневным ритуалом только для вас. Вы можете сесть или лечь, закрыть глаза, погрузиться в свой внутренний мир, в свои ощущения. Познакомьтесь с ощущениями вашего тела. Мы очень редко обращаем внимание на наше тело. И сейчас обратите внимание на ваше сердце. Внутренним взором посмотрите, как оно ежесекундно, ежеминутно, ежедневно работает для того, чтобы вы жили и дарили радость этому миру. Почувствуйте всю ту любовь, которая сконцентрирована здесь. Возможно, вначале это будет маленький комочек энергии, но с каждым вашим вдохом он будет все больше, распространяться все шире. И на выдохе будет все больше и больше пространства тела одаривать ярким светом энергии любви. На вдохе вы принимаете энергию любви от Вселенной, от Земли, от пространства. А на выдохе позволяете ей растекаться по вашему телу. И вот уже вскоре все ваше тело находится под влиянием этой энергии, светлой, чистой, очищающей. И ваше сердце сейчас это центр, источник этой любви. Но у нас с вами есть еще один очень мощный источник энергии. Мысленно перенесите свое внимание на низ живота. Там сосредоточена энергия женской привлекательности, женской сексуальности. Это то, что отделяет именно нас от представителей другого пола. И представьте, что сейчас наравне с первым источником нашей любви у нас появляется второй, и он начинает звучать в унисон. Вы можете положить руку
на центр груди, а вторую руку на низ живота. И почувствовать, как оба эти центра начинают пульсировать в едином ритме, в едином танце. Наполняются энергией. И вы чувствуете, что нижний центр несет другую энергию. Вы можете увидеть разницу. Увидеть разницу с тем состоянием, которое он приносит. И очень важно в жизни уметь гармонизировать нашу страсть, наши эмоции, наши чувства и наши отношения, нашу любовь. И пусть ваша жизнь после применения этой практики зацветет более яркими цветами, красками, ярче заиграет. И вы увидите очень-очень много разных оттенков жизни. И жизнь, напомню, приносит иногда неприятности. Но что для нас с вами неприятности, если мы даже в темных тонах можем увидеть красоту этого мира? Любви вам, дорогие мои!